День знаний для Казанского федерального университета – очень важный и ответственный праздник. В своих стенах вуз приветствует не только студентов, но и учащихся структурных подразделений. Так первым поздравил учеников лицей имени Николая Ивановича Лобачевского. Это общеобразовательная школа-интернат, цель которой – создание условий для выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности к точным и естественным наукам. Вы будущие выпускники и будущее богатство нашей страны, нашей республики. Национальная идея нашей страны – это патриотизм. Поэтому все, что мы делаем, обязательно необходимо пропускать через осознание того, что мы граждане нашей великой страны. Поэтому хочу вам пожелать, конечно же, любить нашу родину, Татарстан, Россию, нашу страну. Вы действительно достойны многого, способны на многое и уже многого достигли. Ну так вот, я хочу, чтобы вы, кроме работы, находили время для чего-то еще. Это очень важно, потому что вот это что-то еще – это общение, это дружба, это приятное какое-то времяпрепровождение в Казанском федеральном университете. Это то, что останется с вами навсегда. Мы сегодня, ученики Казанского федерального университета, лицея имени Николая Ивановича Лобачевского, начинаем свой учебный год и обещаем, что все силы, все свои старания, упорство и таланты мы обязательно принесем в победу университета, в его больших целях и задачах. Первый звонок в новом учебном году прозвенел и в IT-лицее. Это одно из самых инновационных общеобразовательных учреждений для талантливых школьников, а также один из лидеров олимпиадного движения в республике. Особый трепет в этот день чувствуют не только его будущие выпускники, но и администрация лицея, под чьим крылом они находятся столько лет. Мы, несомненно, одна команда, одна большая семья. И я искренне говорю, что вот лично мне очень комфортно здесь работать, очень приятно общаться с ребятами, которые, я уверен, через какое-то время, ну это происходит, как правило, очень быстро, становятся, как в спорте, быстрее, сильнее, выше и перерастают своих наставников. Успехов вам, удачи! Я с нетерпением ждала этот новый учебный год, 9 класс. Я хочу хорошо написать ОГЭ и закончить все-таки с красным дипломом, цитатом. Вот, и наконец-то я встретилась со своими одноклассниками, учителями. Надеюсь, все пройдет классно. Новый учебный год встретили и в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. В этом году порог университетской школы переступили 58 первоклассников. В ходе торжественной линейки ребята появились на площади перед школой в сопровождении своих старших товарищей, учеников 11 класса. Кроме того, в этом году состоялся набор в новый профильный класс Digital English, в котором будет вестись углубленное изучение английского языка в сфере IT. В этом году вы пришли в школу, на территории школы есть детская площадка, есть спортивная площадка. А рядом со школой разбит университетский парк. И все это сделано в подарок к 1 сентября для детей, родителей и жителей микрорайона. Я рад, что пришел очень в школу, хотел и буду учиться, стараться на одной пятерке. Мне тут очень нравится, тут очень красиво. Хороший учитель. 1 сентября отметили и в колледже Елабужского института Казанского федерального университета. Состоялась торжественная линейка для первых студентов колледжа. В этом году учебу начнут около 300 выпускников 9 классов. Ребята будут обучаться на базе университетской школы и самого института. В ходе линейки студенты с лучшими средними оценками в аттестатах получили свои студенческие билеты из рук директора института Елены Мирзон. Я учился в университетской школе и поступил в КФУ на юриста, потому что мне нравится эта профессия. И в дальнейшем я продолжу учиться в этом университете на высшее образование. Я поступил на программиста, закончил школу и пошел учиться на первый курс сюда. Я хотел заниматься самыми разными вещами, от программирования сайтов до разных программ, игр, приложений.
и всем чем угодно. Учеба – это работа не только школьников, но и их родителей. В общеобразовательное учреждение поступает именно семья. Лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, IT-лицей, университетская школа и колледж Елабужского института Казанского федерального университета всегда ждут в свои ряды талантливых ребят. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Айдар Нурмеев, Универньюз.